расскажу вам сказку на ночь, чтобы вы очень хорошо заснули. Сказка пойдет о чуде чудном и диве дивном. Начинаем. Жили-были Николай и Тамара. И решили они однажды поехать в путешествие. Мир посмотреть, себя показать. Смолились они Богу Борису, но Борис не услышал их. Но зато услышала Эста и сказала: «Welcome, welcome to the paradise». И дала Эста им визу и крылья. Вылетели оба, Николай и Тамара, из гнезда и полетели по белу свету. Много пар видели они, много красивых, много интересного. И радовались они каждому случаю завязать новые знакомства. Особенно радовалась Тамара, которую никогда никуда не выпускали. Видите, как радовалась Тамара. И сказала Тамара Николаю, что она беременная. И понял Николай, что это конец. Это его конец, во всем виноват. И пошел он искать свою королеву хоть на одну ночь. И нашел он ее. Нашел и был счастлив целых 3 минуты. Он обещал ей преподнести все на ладони, все, что ей душе угодно. Но на следующее утро он забыл свои обещания и умотал во свояси. А что же с нашей Тамарой? Наша Тамара зарегистрировалась на сайте знакомств и увидела там блондина. Одного, второго и даже третьего с желтым шикарным автомобилем. Она даже не знала, из которых ей выбрать, как на подбор. Были черноморцы, но она решила все-таки познакомиться с одним особенным человеком, который я обещал страсть. И тай. Секс был ужасный, конечно, но зато обещания, которые он ей дал, были просто волшебными. Настолько, что она стала подумывать, сколько же звездочек ему поставить за его отношение к ней. И решила, что она его наградит по полной. Очаровала Тамара своего любовничка настолько, что он не переставал думать о ней. Он подумывал, как бы так сделать, чтобы Тамара приходила к нему почаще, без всяких обязательств. Так же, как Тамара, Клоя, Жасмин и другие девушки, которые ему нравились. Может быть, есть какое-то волшебное снадобье, приворотное, чтобы он мог ей дать Тамаре, и Тамара приходила снова и снова. И вот он однажды повел ее в ресторан. И в этом ресторане давали много кушаний и зелья. «Как вкусно!» — сказала Тамара. «Ты мой бог! Если ты будешь дальше продолжать меня так кормить, я буду приходить чаще». Обещал он
И она съела все, что у него было на столе, все, что у него было в холодильнике, и Тамара не толстела. Он готовил все снова и снова, многие-многие кушанья. У него иссякли силы, и, конечно же, иссякли деньги из его кошелечка. Его семья дула ему в уши, чтобы он бросил, наконец, эту Тамару, потому что вот какие счета приходят после того, как она появляется у них дома. Но он балдел от Тамары. Она с каждым днем казалась ему краше и краше. Он оформил для них дом, такое логово, где встречаться, наставил свечей и ждал ее, звонил каждый день. А Тамара вернулась во свояси, женилась на своем, вернее, вышла замуж за своего Николая и уехала с ним в маленький домик за городом. Они гуляли по парку и часто-часто молчали, держась за руку. Николай вспоминал свои волшебные часы, которые он разбил и подарил кому-то. Вот. А Тамара, она вспоминала, конечно же, свой триумф, и душа ее пела.